Кино рождается три раза. Вот первый раз кино, это не кино, первый раз кино — это сценарий. Да, ты берешь сценарий и думаешь, ну все, вот оно, вот, вот это кино. Ничего подобного. В следующий раз оно изменится очень кардинально, многое поменяется, называется на площадке, во время съемок. И потом оно рождается еще третий раз. Это на монтажном столе. В кино важны три вещи – сценарий, сценарий и еще раз сценарий, говорит гость Зимней детской киноакадемии Алексей Петрухин. Продюсер самого кассового фильма 2014 года «Вий», режиссер самой резонансной картины 2015 года «Училка». С помощью кино можно легко сформулировать общественное мнение. В этом главная ответственность тех, кто его создает, считает Алексей Петрухин. На мастер-классе юные кинематографисты смогли заглянуть на съемочную площадку и узнать о технологии создания современного кино. Работа хлопушки на площадках во всем мире, на любых проектах, будь то «Хоббиты», «Аватар», «Прометей», «Чужой хищники», «Ван Хельсинги» и прочие, она везде, по сути, одинакова. Она везде значима, везде незаменима. От хлопушки на оператор очень многое зависит. Очень много зависит с точки зрения оптимизации производства. На встрече юные киноакадемики из продюсерского, режиссерского и актерского факультетов. В смене они только начинают делать свои первые шаги к большому кино. Снимают, как говорят, короткий метр. Им есть к чему стремиться и на чьих примерах учиться. Масштабы, которые показывали нам сегодня, ну, они просто огромные. Просто. Эти огромные декорации, зеленые хромакеи, актеры. Хорошие сценарии, профессиональные режиссеры монтажа и специалисты по аниматронике. На вес золота в индустрии российского кино. В России на съемочной площадке в одном человеке совмещаются три и даже четыре профессии. Сам Алексей выступал в роли продюсера, актера, режиссера, сценариста. На вопрос участников киноакадемии, чем больше нравится заниматься, отвечает кратко – самому создавать кино. Продюсер – человек, отвечающий от начала до конца, то есть от выбора идеи, дальше сценарий, то есть автор сценария, каких нанять, какую тему писать, да, дальше, соответственно, работа с режиссером, ну и выпуск картины, маркетинг, дистрибьюция, то есть, соответственно, нужно донесение до зрителей. Съемки в Чехии, личные средства и деньги спонсоров. 4 часа, чтобы загримировать одного актера. Вот лишь малая часть из того, что Алексей Петрухин рассказал о фильме «Вий». В кино нет мелочей, считает гость Зимней детской киноакадемии. Участники мастер-класса задавали вопросы о подготовительном этапе, самом съемочном процессе и постпродакшене. Узнали, как составляется КПП, календарно-постановочный план, что для оптимизации съемок создают анимированную копию всего фильма, что цветокоррекция картины занимает до 3 месяцев и многое другое. Порядка 80 часов материала. Из них финальная картина, ну так как я, если мы к Вию сейчас возвращаемся, финальная картина, и было 2 фильма, все-таки повторюсь, 4 часа получилось. То есть 4 часа это с которыми невозможно расстаться как автор. Я никогда не могла подумать, что русский кинематограф способен на такое. Нам показали известные картины изнутри, и впечатляет очень работа этих людей, какое они огромное время на это тратят, как много сил, и это не может не вдохновлять. Продюсер – это лидер. Самое сложное в кино – создать команду единомышленников, считает Алексей Петрухин. Происходит объединение вокруг этой темы здесь. Вот даже ребята все приехали, все из разных, сколько друзей теперь они стало, сколько вокруг всего. Все растут, и пусть даже хотя бы из них 10% дойдут реально до профессии кинематографиста, ну, в том или ином качестве. Но у них уже появляется своя связь, они уже появляются вместе. У нас индустрия как таковая еще не то что не развита, она только вот зарождается, прям именно зарождается. В принципе, вот кто сегодня сидели, эти ребята, это те, кто, наверное, первые будут, да, в индустрии вот ее поднимать. Встретиться с известным режиссером и продюсером смогли все участники Зимней детской киноакадемии. Ребята не упускали возможность задать интересующие вопросы. Личные, про любимые жанры в кино, каверзные, пользуются ли гость торрентами, профессиональные, о программе, в которой монтирует команда Алексея Петрухина. Актеры там, режиссеры, какие-либо знаменитости, когда отвечают на вопросы детей, они дают какой-то опыт, что ли, нам, объясняют что-то, если что-то непонятно. И вот я сидела, и мне еще больше захотелось связать свою жизнь с кино. Отношение к старшим, выбор жизненного пути, система образования – темы, которые волнуют современную молодежь. Специально для участников киноакадемии состоялся показ фильма «Училка». Никогда не думала, что окажусь в подобной ситуации.
Были неоднозначные моменты и реакции зала, смех и слезы. Участники Зимней детской киноакадемии поделились с режиссером фильма своими впечатлениями. Юные кинематографисты не скрывают, что фильм пришелся по душе и никого не оставил равнодушным. Мне, как человеку, сменившему очень много школ, эта история знакома. То есть у нас постоянно были какие-то разногласия у меня с учителями, у других ребят с теми же учителями. Это довольно распространенная ситуация. Он учит правильно относиться к людям, как к учителям, так и к своим сверстникам. Никогда не предавать друг друга и всегда работать в группах. Были очень напряженные моменты, и как бы я очень переживал по этому поводу. Думал, что кого-то из них арестуют, но очень порадовался, когда был хэппи-энд. Как бы это было очень умело передано. Конечно, сделать такую площадку вообще общероссийскую и делать ее регулярно, и надо делать ее посезонно, и чем чаще, тем лучше.